друзья, здравствуйте! С вами комментатор Григорий Твалдмадзе. Я с удовольствием приглашаю всех любителей футбола на последние, на фактически решающие, заключительные матчи, которые должны поставить точку в поиске истины корейского чемпионата образца 2020 года. K-Лига 2 выясняет, кому же доведется на следующий год выступать в K-Лиге 1, кому выпадет шанс поспорить за одну единственную путевку. Итак, все готово к началу. Ну, мы видим, есть зрители. Это приятно. Ну, для Лиг Пансиона вообще, наверное, это хлеб насущный, что называется. Ну, давайте сейчас вот за этой атакой посмотрим. Ну, лет 15 совершенно точно. В свое время привлекался. Вот посмотрите, какая передача. И не забивает Пак Сандон. Пострадавший будет выполнять штрафной. А нет, извините, это был не 77-й, это был 22-й. Пак Сандон. И Кёнам открывает счет. Кто же забил? Смотрите. Какой удар получился. Шикарный. Но там был, по-моему, там был рикошет. Чой Чун бил поворотом. Да, конечно. Вот с этого ракурса видно. Джан Сюн Джа подает. Ну, какой момент был. Стандартные положения. Ведет игру. Хорошая передача. 2-0. Или положение вне игры. Положение вне игры. Вновь Пак Мин Кю. Подача. Фаулфейк. На него сбрасывали мяч. Дегуэба. Выиграл соперника. Додон Хюн мяч потерял. Нет. Нет, не было там нарушения правил. Дело дошло до удара, и Пак Сандон бил поворотом. Ну, давайте посмотрим еще раз. Вот теряет мяч Ишида. Мне показалось, что тут было нарушение правил. Мне показалось и показалось арбитру. Это две большие разницы. Пак Син Джин. Все никак не произойдет эта замена. Хотя может быть... Ох, какой момент! И выручает Сон Джун Хён свою команду. Еще удар издали, и вновь Сон Джун Хён. Ну, а я напомню, что букмекер Паримач — лучшее приложение к корейскому футболу. Паримач дает бонус в 3000 рублей в мобильном приложении. И подробности. Додон Хён. И не дает. Дегуэба. Может быть, бразилец что-то придумает. Обыграл соперника дважды, трижды. А! Thank you.
И благодаря тому, что Сувон Сити располагался в турнирной таблице выше, команда идет дальше. Для вас работал комментатор Григорий Твалкладзе. До будущих побед, друзья!